Всем привет! Сегодня мы будем готовить цыпленка с такой приправой для курятины с солью на сковороде. Сейчас мы цыпленка по-быстрому порежем. Как порежу, я покажу. Тогда мы его солью и этой приправой обвертим и будем жарить. Порубали нашего цыпленка. Вот такие у нас гамилка. Вот. Кусок грудки с косточкой. Мы сейчас добавим соль, приправу вот эту для курочки куриную. Перемешаем и включимся. Вот мы добавили это все. У кого есть перец, черный, красный, смесь перцев, базилик, тимьян, розмарин, добавляйте его все. Кому что нравится, добавляйте, как говорится, этот. Кому что хочется. Это сейчас мы перемешиваем. Это простой рецепт. Перемешиваем. Можно в холодильник поставить минут на 20. На 30, чтобы постояло холодно. Можно, в принципе, сразу готовить. Сейчас туда-сюда будем готовить. Ну вот мы добавили соль с приправой этой. Перемешали сейчас на сковородочку. И будем жарить это. Ну вот мы поставили сковороду. На нашу сковороду налили масло нормально где-то. Вот так. Сейчас высыпаем все это мясо. Высыплю, включусь. У кого есть соевый соус, добавляйте соевый соус. Если есть, то я в гостях с собой не брал. Я добавлю пару листочков, пару этого лаврового листа для запаха. Мясо выложил несколько слоев. Но ничего страшного. Оно будет мешаться, ворочаться, цыпленок на сковороде. Так что ничего страшного. Чуть-чуть дольше мы еще потом не сушим, накроем крышечкой и все будет красиво. Ну я включусь, как говорится. Вот где-то спустя 5 минут мы перевернули первый раз. Вот такой у нас получается. Ну, у нас так жарим, как говорится, по чуть-чуть. Можно обжаривать так, можно крышечкой накрывать. Мы накроем крышечкой. В принципе, включимся минут через 5-10. Ну вот, спустя 10 минут уже у нас подтушивается. Практически готово. Ну, хай у нас протушивается, нам на праздник надо. Так что, все тогда. Еще минут через 10 включусь, покажу. Вот мы перевернули третий раз. Где-то спустя минут 7-8. Уже готово. Сейчас еще немножко хай. И этот цвет. Эта сторона уже по цвету, по виду готова. Да, оно протушенное тепло. Другая сторона будет такой, можно выключать сразу. Ну вот, спустя где-то минут 20. Нет, после того, как где-то минут 7 прошло. Наше мясо готово. Ну, где-то минут, в общем, 20 до 30 минут готовится. Наш цыпленок табака. Такой он красивый получается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.